Архангельский ипотечный двор провел первый летний праздник для детей. Вместе с родителями детсадовцы и младшие школьники приняли участие в конкурсах и викторинах по правилам безопасного дорожного движения, а также во всероссийской акции «Без вас не получится» от Госавтоинспекции Архангельской области. Ну и, конечно, не обошлось без аттракционов. Мои любимые аттракционы – это вот карусель, которая называется «Большая карусель», «Башня падения» и «Гусеница». Здесь очень мне нравится, потому что тут много детей, тут много друзей, можно с кем-нибудь встретиться вместе на аттракционе. Дети – это наше будущее, и сегодня даря им тепло, доброту, создавая им условия для отдыха и такой прекрасный парк, который сегодня функционирует в летний период. Конечно, это здорово, когда дети, родители, семьи могут полноценно проводить свои выходные дни и праздники. Надо творить добро, надо делать детей счастливыми, и тогда и они станут настоящими патриотами и любителями нашего родного края. Первый июньский праздник посетило несколько сотен горожан.